На этих кадрах Лидия Григорьевна Шосток в хорошем настроении. Много улыбается, шутит и, кажется, полна сил. Участник войны и ветеран труда принимает цветы и поздравления от друзей и коллег с 90-летним юбилеем. Никто не мог и подумать, что через два дня после ее большого праздника близкие и друзья получат шокирующую весть о смерти участника Великой Отечественной войны. Проститься с ветераном на кладбище 5-го километра пришло около сотни родных и близких. Все помнят ее как отзывчивого и бескорыстного человека, с огромной силой воли и любовью к детям и жизни. До самых последних дней она всегда была с народом, с детьми, всегда приходила на собрания, рассказывала. Мы в 3-4 школе создан музей, выпущена сейчас книга. То есть это человек, это действительно настоящая русская женщина, которая испытала все в этой жизни. Военные годы Лидия Григорьевна провела в Краснодаре. Приходилось копать траншеи на фронте. В 50-х переехала с мужем в Севастополь восстанавливать разрушенный город. Разработать проект мастерских, столярных, многоквартирных домов и целых улиц ей было все по плечу. Лидия Григорьевна – мать героя-подводника, погибшего на атомной подводной лодке «Комсомолец». Именем ее сына Александра Александровича Шостака названа школа номер 34 и улица в Гагаринском районе. Но все, с кем когда-то приходилось работать женщине, утверждают, никакие жизненные трудности не смогли сломать ее оптимистический дух. Очень добрая, вот по большому счету хороший, активный человек, широкой души человек, никогда никому не отказывала в помощи, очень остро воспринимала все проблемы, которые возникали в жизни у людей. По планам Лидии Григорьевны Шосток были построены многие здания и заводы не только в Севастополе, но и в других городах большой страны. Она награждена медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, ветеран труда, защитник Отечества. А 13 января, в день своего рождения, Лидии Григорьевне вручили ее последнюю памятную награду – медаль «75 лет начала Второй героической обороны Севастополя». Анна Льготина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.